Поездка отменяется, ждем весну. Как человек собирается приехать и забрать машину, я пока не понимаю. А же кто-то собирается уже? Ну, а вдруг? Больше месяца мы машину не трогали, завелась как спичка, машина молодец. Ну, есть небольшая проблема. За этот месяц у нас была температура то плюс, то минус, соответственно, оттепель, потом замерзала. И машинка потихонечку вмерзла у нас в землю. Ну, такой небольшой слой льда, и тронуться мы сейчас не можем. Ну, как бы рвать колеса, шрусы и все остальное мы не хотим. Поэтому у меня есть вот такой специальный прибор, размораживатель. Сейчас будем отмораживаться. Я специально поставил немножечко на горочку, чтобы с горочки просто потом выскочить, но не вышло. Что-то пошло не по плану. Надо было дощечки положить, все-таки на дощечки заехать. Ладно, сейчас подумаю. Надо как-то воду отчерпать. Два с половиной часа у нас пролетело незаметно. Машина почти на свободе. Ну как почти. Ну, одну сторону я поддомкратил, накидал туда кирпичей, положил доски. А под вторую я даже поддомкратиться не могу, потому что то место, за которое нужно домкратиться, оно, к сожалению, практически лежит на земле. Надеюсь, мне хватит одной стороны. Машина сейчас немножко вот так вот вперекосяк. Ну, будем пробовать. Давай. Ну что, ничего у нас не получилось. Сейчас отдохну, попью чаечку с булочкой и буду пробовать как-нибудь поддомкратить вторую сторону. Спустя 3 часа. Ну что, спустя 3 с лишним часа мы все-таки вырвались и отправляемся отдыхать на природу. С нами сегодня наша девочка. Вот. Сына оставили дома по хозяйству. Ну а девочка едет с нами гулять. Вот прячется от камеры, не хочет просто пока позировать.
этом все. Надо было гвозди взять и забить. Последняя опора. Ветер сильный, мы, конечно, вообще не подразумевали, что будет такая проблема. Ну и второе, колышки, которые ввинчиваются. Ну, здесь песок, песок наполнился водой, он промерз, вкрутить невозможно. Можно было взять гвозди, попробовать забить. Ну, гвозди мы не взяли, молоток не взяли, топор не взяли, мы ничего не взяли. Поэтому действуем по обстановке, нашли какие-то колеса чужие, комок снега у нас тут есть, вот веточка одна, колесо, ну, сейчас как-нибудь закрепимся. Пока мы ставили шатер, наша кисулечка уже замерзла, тут внутри мы тоже замерзли, а автономку в автодоме мы еще не включили. Поэтому сейчас быстренько включаем автономку в автодоме. Я надеюсь, с ней все-таки проблем у нас нету. Я ее после ремонта, как бы мы съездили в Абхазию, она отработала четко. Ну, даже если вдруг что-то пойдет не так, у нас есть дополнительная автономка, и все будет отлично. У нас пульт, даже ничего не надо. Кнопочку нажимаем, автономочка запустилась. Я чувствую, сейчас я это гриль поставлю прямо здесь, буду готовить здесь. Что не очень хочется выходить на улицу. Мне проще будет открыть дымоход, который у нас есть, потому что это не просто палатка, да, это и баня, и шатер, и можно даже здесь ночевать. Ну, правда, холодно на земле. Но сейчас включим автономку, и здесь будет вообще хорошо. Наш обогреватель, который сегодня будет топить наш шатер. Ух, сколько всего. Ну, в общем-то, все. Ждем, сейчас прокачается топливо, запустится автономка и пойдем греться. Я надеюсь, сейчас через полчасика в шатре станет теплее. Потому что проблема в том, что на улице сильный ветер, а шатер у нас однослойный. И то есть автономку будем тестировать сейчас по полной программе. То есть работает на автоматическом режиме, то есть максимальный. Ну пусть лучше больше сожжет топливо, но зато здесь будет тепло. Ну и сейчас пойдем готовить кушать, потому что с этими всеми мучениями мы не выехали в 12 часов дня, а выехали почти в 4. И мы еще не обедали, а пора бы уже, наверное, поужинать даже. Поэтому идем срочно готовить кушать. По кусочку? Да.
любит меня. Ну что, ребят, как бы грустно, конечно, немного. Как Кристина говорит, когда-нибудь мы будем рассказывать своим внукам, что у нас был автодом, это настолько интересно, круто. Но цель мы себе поставили, машину мы в любом случае продаем. Вот. Ну, правда, еще никто не приезжал даже смотреть. И на это есть несколько причин. Одна из причин, во-первых, мы находимся, да, в специфичном месте. То есть мы в Белгородской области, кто не знает. И не каждый хочет сюда ехать посмотреть машину. А второе, мы чересчур честные с Кристиной. Когда мы купили машину у честного человека, кстати, да, за что ему большое спасибо, пробег на машине 300 тысяч километров. И многих это пугает, потому что мы скручивать не стали. Мы взяли машину, как бы, и вот наездили на ней на сегодняшний день 23 тысячи километров уже. А, нет, было 309. Простите. Было 309, мы, соответственно, сейчас 323. Ну, много это мало? Ну, наверное, мало, да, по меркам каким-то. Вот, но наездили сколько наездили, и многих это пугает. Но мы с Кристиной посмотрели много машин с пробегами 150 и даже меньше смотрели. А состояние у них было хуже, чем у нашей машины. То есть по рулю, по сиденьям, по кузову. И, скорее всего, пробеги там еще больше, но там они скрученные. Но человеку как проще. Он смотрит, пробег маленький, и вот эта душа успокаивается, и ты думаешь, ну, пробег же маленький, значит, все хорошо. Там спереди 17 градусов, прикиньте. Давай поставим сюда термометр, посмотрим, сколько здесь. Поставь. Ну что, там спереди у нас... Температура была 17,5 градусов, а здесь вот уже показывает почти 20. Ну, а снизу настолько горячий воздух дует, что стоять вообще уже просто нереально. Это крутой фильм, кстати. Ты видел еще? Да, два раза. Пришла Капуша. Что нашей девочке так жарко сегодня было, что она постоянно где-то под кроватью пряталась. Там попрохладнее здесь вот в уголочке. Всю ночь дул очень сильный ветер, мы переживали за шатер, вставали, даже растяжки поправляли. И учитывая, что ветер, печка на минимуме стояла, и здесь все равно было очень жарко. Поэтому, повторюсь, 5 киловатт для автодома такого очень много. Ну, либо мы слишком хорошо его утеплили, я не знаю для чего. Наверное, на север зимой собирались ехать. Для следующего проекта обязательно возьмем двойку. Да, кисулечка? Кисулечка про двойку не поняла. Это что, в смысле, двоих кого-то еще? Мы ночью укрепляли вообще наш шатер, чтобы он не улетел. Только сейчас обратил внимание на прорезь, я думал, для красоты сделано, но на самом деле это прорезь, и за ней расположен бак. И там видно, сколько топлива у вас осталось в баке.
Ну, то есть не надо откручивать пробку и смотреть внутрь, есть там вообще топливо или нет. Через окошечко посмотрел, все увидел. Производитель заявляет, что можно до 10 часов на полной мощности работать. Ну, мы вчера вот протопили, не знаю, часа, наверное, 4 примерно. И топлива у нас еще очень много. Сейчас также включаем. Полная мощность, греем нашу палатку внутри, готовим завтрак. По потреблению, кстати, электричества они заявляют, что 40 ватт потребляет на полной мощности. Ну, на старте, я думаю, в любом случае больше, пока свеча накаливания работает. Автономку включил на единичку, специально на минимальный режим. То есть она потихонечку молотит. И показывает, что аккумулятора хватит при таком режиме на 55 часов. То есть, в принципе, двое суток можно где-нибудь отапливаться и быть в тепле в каком-нибудь шатре, либо в палатке. Ну, если вдруг автодом мы продадим, вот надо же анализировать, куда-нибудь с палаткой где-нибудь в горы попремся. С таким, представляете, палатка у меня на спине и аккумулятор Кристина несет такой большой. Ну и плюс автономку тоже Кристина пусть несет. Вот. А я буду палатку нести, ну и еду. Ну и, возможно, Кристину еще. Кстати, в комплекте идет у нас глушитель, пульт управления и блок питания на 220. В принципе, через что мы запитались? Мы не стали через 12 вольт, тратим чуть больше энергии, но зато не заморачиваемся там, ничего не придумываем. И вот мне всегда было интересно, глушитель вообще нужен или не нужен, потому что он, в принципе, ну, прямоточный. И вот сейчас проверим, поможет он вот в автономках или нет, потому что в машине, да, понятно, там немножко другой резонанс и все остальное, но здесь просто обычный шум. Сейчас вот хочу проверить. В принципе, глушитель все-таки действенная вещь, помогает, становится тише. Но сейчас мы его прикручивать не будем, он нам особо не нужен. Поэтому для тишины, можно сказать, мы рекомендуем и советуем устанавливать. Ну что, на завтрак мы сейчас пожарим себе блинчики с вишней. И, кстати, первый раз используем коврик для гриля. Да. Кстати, прикольно, чем на сковородке. Я не люблю, когда они слишком маслянистые. А здесь, получается, без масла они такие поджарились. И даже блинчики немного хрустящие. Прикольно. Значит, будем использовать коврик. Так, сейчас блинчики занесу, мы пожарим сейчас мясо. Так как нас пригласили в баню, мы позавтракали, сложили все вещи и отправляемся. Привет банщикам! Здравствуйте! Девчонки же париться идут. Пойдешь с ними? Не, не пойду. Почему? Нет. Я разрешаю. Не, разрешаю это. А то разрешается.
Я на новой работе много девчонок просто, поэтому мне нельзя вообще ничего разрешать. Ну и не такой, ну. Мало ли. Зачем тебе снег? Да, сейчас. Я на минуточку зайду к вам. У нас там жарко, нет? Зайди, зайди. Быстро заходи. Да ты вот в одежде, это смешно смотрится. Давай, мы будем... А это специально, я с снегом. Да, да, да. Бедная женщина лежит в ее груди. Мучается. Я же говорю, притворяетесь, что вам жарко. Почему они не кричат? На самом деле... Какие женщины? Я вас умоляю, кто же будет кричать? Тут просто уже холодно, толку нет от этого. Ну хотя бы сымитируйте крик. Ой, ой, как холодно! Ой, как жарко! Ой, давайте еще льда, пожалуйста. Можно опцию заказать снега на спину? Этих женщин ничего не берет. Ага. Заказ, ой, опция снега на спину. Ой, как хорошо. Да, я там мешочки такой. На попу тоже можно, но требует охлаждения. Ой, хорошо. Мишань, я закрою глаза. А? Я закрою можно, глаза. Можно, Миша, можно! Я понял. Контент снимать, не переснимать. Мне у меня он сколько много. Что ли дело, девочка, зашла в розовом купальнике? Жик-жик, и все, и съемка закончилась. А тут, ух! Это широкоформатная съемка. Да, 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 только скрепы, все показать можно при рестибане. Влажность 35, температура 85. Это вот реально то, что вот я люблю. И сейчас, если поддать парка, если вдруг кто-то захочет рискнуть. Просто атас. Очень жарко. Ну как? Надо просто больше жара. Держись. Нормально. А то прям холодно было. Заходил сколько раз. Ну просто кому что больше подходит. Кто-то любит большую влажность и температуру 60. Вот я люблю, чтобы влажности было поменьше. Ее-то продать всегда ковшиком можно. Но температура 80+, это просто шикардос. 100, конечно, много. А вот это то, что нужно. Иди чаек. Да. В бане нужно париться, чтобы тебя выносили. То есть, когда тебя выносят из бани, то есть парилки, это значит, ты уже напарился. Значит, на 100%. Да. Отбил свое. А если тебя отвозят еще и домой в этот момент, это просто сказка. Ну почему? Хорошо использовать, конечно, дома баню, да? Ты напарился, тебе плохо, ты кое-как вылез из бани, залез на кровать и просто спишь до утра. Ну, а утром тебе уже хорошо. У тебя аж монобровь выросла.
Ну, вроде, да. А, листик. Ну, это не русские твои корни. Не, хорошо. А то прям вначале заходил в куртку, ничего не понимал. Мокрый, выхожу из бани и все. А то вышел сухой, смотри, чистенький. Все включено. Приезжайте в эти элитные бани. Миша, а сколько время? Можешь глянуть? 15:42. Это мы до трех, говорит. До трех гостей принимали, а теперь сами паримся. Ну, в принципе, да. Плюс, да, вот для людей, которые могут сюда приехать. Ну, когда у тебя у самого такая баня, да, вот как у нас с Кристиной, то ты приезжаешь сюда, вроде бы все хорошо, поставил свою баньку, где-то попарился, все отлично. Потом все твои друзья собирают вещи, садятся в тачку и просто улетают в никуда. А ты, как избранный человек, начинаешь ждать, пока остынет же твоя печка, пока все это уберешь. И вот еще прекрасные 2 часа, потом у тебя еще наслаждение от вот этого разбора всего. Закоченевшими пальцами. Конечно, да. Ты... Поэтому, Миш, приезжай к нам теперь. Вот. Поэтому... Мы соберем, мы уберем, красота. Мы приготовим. Приехал, наслаждайся. Попарился, сел и домой. Мы так и сделаем сегодня. Сегодня так мы так и поступим. Наконец-то и на вашей улице праздник. Ой, да. Нам не надо ничего собирать. Мы просто прощаемся. Как говорим, друзья, да? Говорим спасибо. Будьте друзьями, езжайте домой. И мы сами все сделаем. И мы уберем. По-немецки, да. До свидания, друзья. Все. Все, счастливо. Все, пока. Пока.